Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем родить игру под названием The Elder Scroll Oblivion. Окей, мы, короче, в, так сказать, здании маха. Мы немного создали себе склад, где мы все складируем теперь. Чтобы было более-менее. Блин, мне вот единственное жалко, это если у меня... украдут, заберут меч. Это будет печально, потому что больше у меня оружия никакого нету. Так, значит, давай я тебе в основной положу. Будешь у меня там лежать. Так, а что у меня? Пятерочка это огонь. И еще вопрос у меня. А, в принципе, у меня вопросов нет. Могу я с локации отсюда отправиться туда, куда я хочу? Нет. Вы спросите, что я сделал? Куда я метку поставил? Метку я поставил насчет корня нирном. Блин, немного, конечно, текстуры уебищные. Ну, а, ладно, жить можно. Перемещаемся. Перемещаемся. Нужно все-таки куда-то идти по сюжету немного. Выполнять задание. А то мы так тут и останемся навсегда. Мне бы, в принципе, прикольно. Даже смотря какое сейчас... Я бы наоборот. Приветствую. Здорово. А может, обворуем весь этот город? Слушайте, почему бы и нет? Городишко, в принципе, не такой уж большой. Если так подумать, можно... Ага. Мы можем сначала начать с этого дома. Где у нас переход? Подождите, я там еще не был, да, получается? Сейчас мы это все узнаем. Наверное. Так, подожди, он настолько большой все-таки. Просто он как-то отречено от остального. Ну, это нищий домик, я да понимаю. Да. Привет. Монетку для старого нищего. Да. Но сейчас у тебя вообще нихера не будет, приятель. Сейчас Шимики все вас почистит. Каждый домик, каждый что. Я на самом деле, когда буду очищать, игра будет на паузе. Паузу я только сниму, когда я найду что-то ценное. Именно довольно хорошо ценное. Поэтому давайте тогда начинать. Так вот, откуда, с какого домика мне бы начать? Давайте начнем тогда с вот этого. Сделаем вот так по кругу. Вернемся сюда. И зайдем внутрь. В часовую. И ограбим часовую. Поэтому у нас первое здание, как я понимаю. Вот это, да? Так, тут два входа. Ну, в подвале я был. Там, в принципе, ничего интересного. А, нужен ключ, поэтому мы ждем утро, и все будет происходить у нас утром. 8 это вечер. Так, получается в 7 часов ночи. Позволь мне представиться. Мое имя Джолринг. Кто такой? Я действую по поручению своего хозяина Умбакано. Он попросил меня передать тебе эту записку. Думаю, он приглашает тебя навестить его в его особняке в имперском городе. Ты хочешь, чтоб я... Да, хотя я и в империи все отворую. Мой хозяин коллекционирует алейтские древности. Его внимание привлек тот факт, что недавно тобою был продан некий предмет, заинтересовавший его. Я полагаю, детали ты узнаешь из записки. А, значит, то, что я украл, это, скорее всего, тот камешек за 1000, я должен буду своровать. Ну, в принципе, это обычное дело, поэтому я берусь. Слухи. Доводилось слышать о призраке лорда Влиндрела? Говорят, что его видели на дороге в Корал. Правда, мне он не встречался. Отвратная разброска звуков. Мой хозяин Умбакана живет в районе Талос-Плаза в имперском городе. Он известен во всем Сиродиле как коллекционер
айлейдских древностей. Окей, хорошо, приятель, тогда договорились. Береги себя. Окей, ты меня сбил. Первое здание, вот это. Да? Или стоп, 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 стоп. Где я нахожусь? Ни хрена меня откинуло. Манай, чел, что ты делаешь? Так, вот первое здание. Первое. Вот оно. Вот. Ждем утро. Давай. В 7. Ждать. А потом все дело сделаем, как будет красиво. Так, окей. Первый дом это у нас дом на продажу. Серьезно? Окей, ребят, мы не ограбим. Это дом на продажу. А дальше у нас дом Бенлина. Я не хочу взламывать ничего. Гу, я просто еще подожду немного. Давайте еще 2 часика. Опа, все. Нужен ключ. Вы что, издеваетесь? Блять, коты, вы тоже что ли издеваетесь надо мной? Го, в подвал. Все равно мы уже его открыли. Я сейчас все сделаю. Окей. О, а теперь мы можем тут забирать все, что лежит плохо. Только сделаем, наверное, одну вещь. Это... Я не буду собирать дешманские вещицы. Да? Блин, а у меня всегда будет все забито книгами. Окей. То есть такое я буду собирать, да. Единственное, что не буду собирать, это... Ну, всякий вот этот, такой вот мусор. И... То, что не очень дорого, и одежду. Такое я не буду брать. Ну, в принципе, поехали. Я говорил, что когда я найду что-то довольно ценное... Ну, пускай больше 50 ширлингов, ну, пускай будем их так, да, называть, ширлинги. Тогда как так. Я буду показывать, что это я нашел. Я тут заметил кое-что. Я помню, я тут уже забирал картошку. Я смотрю, здесь зареспавнилось все. Это типа я могу приходить каждый день. А, подождите, может он восстанавливается в течение 10 дней? Я где-то читал это. Блин, так это вообще имба, я могу просто сюда приходить, забирать 10 всего и уходить. Интересно, интересно. Ух, короче, я походу нашел сокровище. А я открыл сундучок, здесь есть сундучок. Здесь так есть секира. На 2 урона, конечно, но вот такое. Но здесь есть серебряная клеймора на 6 урона. Ну, я думаю, блин, ну я заберу. Да, бегать мне придется очень много. Хотя, а смысл мне забирать это, если я это все равно продать не смогу? Так ведь? Давайте тогда брать все только самое такое ценное. Смотрим. Серебряная клеймора. Стальная клеймора. Значит, эту мы ставим. И эту мы ставим на 1. Эту клеймору мы оставляем ему. И заметьте то, что она не считается ворованным. Блять. Уже считается. В смысле, не понял. Она не считается ворованным. Найс. А подождите, оно везде не считается ворованным? Слушай. Так, это плохо. Надо отсюда как-то выбираться. По-тихому. Он, кажется, ушел. Короче, давайте я попробую с ним поговорить. Эй, приятель, привет. Хозяин не любит гостей. Уходи из этого дома. Немедленно. Если через 20 секунд ты еще будешь здесь, я проломлю тебе башку. Воу.
Давай. Это новый как раз меч, который мы подобрали. Пока он ушел, я буду взламывать все дальше. Нет, нет, он все-таки напал. Алло. Из тебя получатся хорошие сапоги, ящерица. Алло. Алло. Манать. Да. Хочу загрузить. Давайте мы его тогда заранее кокнем. Сейчас ты упадешь и истечешь кровью. Ай, слушай, твой хозяин немного сдох. Блин, а как мне теперь так сделать? Только так получается. Сохранить. Давайте мы ему втихаря, блядь, набьем ебало. Хозяин твой не приходит. Давай, давай, давай. О. Не, все-таки блокировку нужно юзать. Все-таки блокировку нужно юзать. Умри! Тысяча проклятий! Что манать? Думаешь, я под впечатлением? А? Кто? Ты не Гром. Убирайся из моего дома. Я не хочу видеть тебя здесь. О, да завали. Осторожно! То тихо. Бля. Ладно, го, я его убью и потом продолжим. Все, я его, короче, одолел. Давайте я убью этого тоже мужика. Чтоб он много не болтал. Ну все. Ключ от дома. Ключ же считается тоже как моим, да? Это же ничего не отворовано. Да, все. Это мой дом. Здравствуйте. Так, магию юзаем. Да, не ждал я тут такого. Так, что здесь у нас есть ценненького? Пергамент. Принц нищих взять. Письменный стол, ну, пергамента. Ну, походу, больше цены ничего. Ну что, в принципе, мы этим занялись домом, теперь можно выходить. У нас есть ключ, нет? Ладно. Следующий дом, это дом Лиры Розентии. Вы знаете, она мне вымораживает, то, что я уже жду хер знает сколько времени, а дверь все закрыта. Я сейчас возьму, просто дверь сломаю и все. И залечу туда.
Да, короче, взломал я, она говорит, все равно тебе надо идти, тебе нужно идти. А что если я подожду просто ночи? И ночью ее оборую. Как вариант. Разве нет? Пока все спят, я ее потихоньку обшарю. Так, окей, тут объявление есть. А вы уже знаете, что одежда делает человека. Но у вас еще не было времени заняться собой. Приходите в Северные Ветра, мы оденем вас по последней моде. Так, короче, я своровал у нее деньги, 36 кронов, и своровал эти. Как они называются? Ключ от дома. Берем клубничку и валим отсюда. Так, следующая у нас на очереди. Это молот и топор. Время настало. Так, короче, я тут наворовал столько всего добра. Смотрите. Так, ну это у меня уже было. Я наворовал кучу зелий. Я своровал. Так, а где то, что я хотел еще подсказать? Свитки. Вызова зомби. И тут много всяких свитков было. Прикиньте. Так, хрустальный шар нужно будет выкинуть. Так, тут письмецо. Ваше предложение смехотворно. Мои товары стоят по крайней мере в 2 раза больше. Вы мой давний клиент, и у вас хорошая репутация, и поэтому я предлагаю вам скидку в 15%, но не больше. Теперь это будет моя скидка. Что за топор? Серебряный топор. Что у меня от книг не так сильно уж повышается на самом деле. Так, а что у тебя есть? Сейчас мы будем его дом воровать. Ну, ключ, деньги. Это довольно быстренько. F5. Кармане, кармане. F9. F5. Готово. F5. Ты что это такое? F9. Кармане, F9. Готово. Это что, потом нам не взламывать, а просто ключиком открыть его хату. Это ж намного быстрее, не так ли? Так, главное теперь, чтобы меня не споймали здесь. F5. Так, хорошо. Это мы сделали круг, да? Теперь идем сюда. Гильдию магов. А вот лестница как раз и наверх сюда. Ну, здесь только короля, наверное, мы самого ограбим, да? Типа того. Так, тут я не пройду, поэтому... Следующее местечко... Гильдия магов. А, в принципе, я тут же мог брать так, да? А, нет, тоже это все кража. Ладно. Полетели. Так, мы в комнате одного из главарей, походу. Снежок. А, так, для варки у меня. В принципе, все теперь есть. Ништяк. А ну какой попробуем? Баранину. Блин, не то. Ладно. Удалить хлебушек. Так, 6.22. Так, в принципе, ничем не отличается, да? Потом ингредиенты будем юзать. Разберемся. Так, что здесь ценного есть? Тайны Тайлира. Я вот не пойму, почему мне ни задание, ничего не добавляется. Если брать Скарим, то любую книгу, прочтенную там, или типа того... сразу прочесть. А, так, путеводитель. Путеводитель по... Еще замок. Там рель.
Так, F5. Быстренько смотрим, что тут еще есть в окружности. Пойди, это самое охерительное место. Из всех, да? Книги почему-то постоянно повторяются. Так, F5. Что, поехали воровать что-нибудь в кармашках? Видимо, раз. F5. Книга Дейдра. F5. Стоп, книга Дейдра? Ой, божечки мои. Так, до этого. И нихера. У меня их 4 штуки, если что, было. А нет, допустим, вот от этой книги мне иллюзию повысили. Устал от шумных пивных? Приходи в таверну радушие Джерело. Тихая обстановка, хорошие напитки и только для избранных клиентов. Все знают, как качество нужно платить. Так, чтобы создать зелье исцеления болезни, растолките в ступке когти кланфира и корень мандрагоры. Порошок, полученный немного зернистый, его можно растворить практически в любой жидкости, но самый безопасный метод – растворить в обычной чистой воде. Забираем. Чтобы создать зелье малого восстановления здоровья, растолките шляпки каменного гриба с жареным мясом кабана. Порубите на мелкие кусочки и тщательно растолкайте, чтобы получить порошок. Добавьте воды, чтобы сменить... Так, смесь можно было пить. Наверное, здесь я где-то смогу алхимию повысить, одну из них. Так, короче, я заполнился, поэтому я бегу к себе домой, немного, так сказать, разоружаться. Если что, я зачистил гильдию магов, потом продолжим, что у нас там дальше. Так, следующее у нас это гильдия бойцов Брумы. Что интересно здесь, и я найду интересное. Сначала нужно сделать, чтобы они все заснули. Для этого выходим, подождем еще немного. Ух ты. Ни хрена себе, здесь, короче, замочек у них очень сложный. И он рели очень сложный. Ноль сломатых отмычек. Они заблокировали выход. Ищешь приключений? Подумай насчет гильдии бойцов. Они закрылись, бля. Почему ты еще не спишь? Иди спать. Улицы Брумы могут быть опасны. Мы предлагаем вам средства защиты по достойным ценам. Каждому пригодится боевой молот, купленный в молоте и топоре. Не забудьте свой выход из дома. Не стоит покупать... Так, слабую лошадь. В конечной сильные лошади самые сильные и выносливые лошади во всем Сиродиле. Что толку в резвой лошади, если она не в силах нести ездока? Кроме того, у нас самые низкие цены. Так, это я читал. Руководство по оружию. Понятно. Серебряный короткий меч. Ну, слушайте, он хороший. Я возьму. Ох, ребята, чувствую, вот здесь что-то ценное, особенно щит. Перчатки. И там какие-то камушки. Там что, аж блестит, то бриллиант? Ха-ха-ха. Интересно, интересно. Объявление. Заведение олова. Меняйте свой облик. Если раньше мы занимались лошадьми, теперь заботимся о вас. Отличная еда, мягкие постели, веселая компания. Все это есть в кружке и ложке.
Так, пока он отвернулся. F5. И делаем взлом. Ну что, готовы узнать, сколько это все стоит? Ничего. Сотню. 5. 15. Эбонитовый терминаль... А, это... Терминальная, подожди. Это... А у меня по весу, да, херово все. Ну, такое. Так, письмецо. Яблоки, луковицы, сал, сыр, молоко. Понятно. Это, если что, я спустился вниз, сюда, к ним. Ну, в принципе, тут пока ничего такого нету. Я забрал церемональные вещи. Пускай они у меня немного полежать какое-то время, да? Здесь тоже, да? Ну, да. Так, идите на север, так, примерно час. Вы увидите несколько сухих деревьев. Идите на северо-восток, пока не выйдете к воде. Идите по берегу вверх по течению ручья. Его дом недалеко. Остерегайтесь медведей. То есть мне предлагают самому все искать, да? Прикольно. Ну ладно. Думаешь, у тебя достаточно силы и выносливости, чтобы стать членом гильдии бойцов? Ну... Брума. Если ты думаешь, что в Бруме холодно, попробуй провести зиму в Радгарианских горах. Брума покажется тебе солнечным пляжем. Так, гильдия бойцов. Если ты хочешь вступить в гильдию, тебе нужно поговорить с Веленой Донтон в Корле, Азаном в Анвиле или с Бурзом Грокашем в Чейденхолле. Вступление в гильдию бойцов. Если тебе это интересно, обратись к Велене Донтон в Корле или к Азану в Анвиле. Или к Бурз Грокашу в Чейденхолле. Окей, слухи. Говорят, что если ты убьешь кого-нибудь, во сне к тебе придет темное братство. Так они набирают новых членов. Уже. Если тебе нужна моя помощь, вступай в гильдию. Мои услуги только для членов гильдии бойцов. Я тебя понял. Обучение, постель. Мы набираем новобранцев. Тебе это интересно? Я понял. Обучение, постель и отличная тяжелая работа. Нет ничего... Ладненько, полетели. Что у нас тут? Так, следующее у нас по пункту деревянная дверь. Поехали. Можно пока исследовать обстановочку. Здорово. Я Хонмунд Старатель. Алга моя жена, северянка. Никакой этой чепухи с венчанием в часовне. Брума. Горы Джерал богаты природными ископаемыми. Я временами сам пропадаю там целыми неделями, но я не жалуюсь. Окей. И тебе всего наилучшего. А чё ты злишься? Чё ты скалишься? Я Алга, бард и учитель красноречия. Хонмунд — мой спутник жизни. Не обижайся, я не хочу слышать о добродетельной матери Мари и всех этих венчаниях в часовне. Хонмунд и я следуем традициям нордов. Это устраивает моих майпа и вполне устраивает меня. Брума. Брума очень забавное место. Наполовину Сирадил и наполовину Скайрим. Я старый норд. Я не даю людям забыть старые песни и легенды. Красноречие, да? Тебе нужно многому научиться. За любовь и доверие у слушателей. Прощай. Так, ну слушайте, у них, в принципе, здесь много ингредиентов. Есть письмо. Как поживаешь? Хорошо. А ты? А, блин. Отлично. Это отличные новости.
Говорят, Элда Темное Сердце когда-то была ассасином. Хренар пусть. Это неудивительно, судя по тому, как она владеет. А пускай болтает, мы сейчас поворуем их по фасту. Безопасных тебе путешествий. Прощай. Приветствую. Тебе нравится проводить время? Почему они разговаривают сами с собой? Пока. Вот сейчас пока. И сейчас снова «Привет!» Что за бред? Так, ну она, в принципе, одна осталась. Ага, вы камешки добывайте. Забавные дела. Короче, там свиток. Сейчас я попытаюсь быстро упасть и прочесть его. А, ты меня видишь? Ладно. Давай я... О, все, она сюда пришла. Опа. Ваше предложение не устраивает. Ваш груз прибудет через неделю. Плату нужно ввести до конца месяца. Взять и валим отсюда. Хотя я могу украсть некоторые ингредиенты здесь. Поэтому я сейчас немного поворую и пойдем далее. Так, короче, я полностью там все обчистил. Я поднимался на второй этаж, спрыгивал, забирал ресурсы и поднимался снова, чтобы бабу отгонять. И нас остались просто обычные маленькие домики и огромная церковь. Нельзя нарушать закон. Плати штраф или отправляйся в тюрьму. Все украденное тобой будет конфисковано. Ну, у меня все заберут. Тогда заплати своей кровью. Стоило заплатить, чтобы... Воу-воу-воу-воу. Я вас понял. До свидания, я понял. Ух ты ж, ё-моё. Сейчас попробуем понять, как отсюда выбираться с этой ситуации. Короче, я решение нашел, они здесь не могут попасть. А я просто буду их убить, бить, да и все. Как вы видите, довольно... Ну, хп только, я не знал, сколько у них. Но оружие прокачивается. А там все равно. Найс. Серьезно. Короче говоря, совершено убийство и все. Окей, перезапуск. Окей, ну мы в принципе уже поняли, что дерьмовый способ сопротивляться — заплатить 40 золотых, либо отправиться в тюрьму. Давайте отправимся. Надеюсь, ты сгниешь там, преступное отродье. В смысле я преступное отродье? Подождите, меня что, разве все-таки спалили за что-то? Стражка конфисковала все ваши вещи, вы получили их обратно, когда отбудете срок заключения. Щелкните по кровати, чтобы отдыхать. Ага, у меня отмычка все-таки есть. Ну, блин, я не знаю, можем попытаться выбраться. Ладно. Уходи. Да, ухожу. Это он, это не я. А, серьезно? Ваш побег из тюрьмы увеличил сумму штрафа. Стой, я ж мирный. Тут все мои вещи? А он вообще пустой.
Да, приятель, приятель, приятель. Приятель. Стой! Нельзя нарушать закон. Плати штраф или отправляйся в тюрьму. Все украденное тобой будет конфисковано. Серьезно? Тогда заплати своей кровью. Монад. Привет, король. Нет, 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 я выйду до хода. Я найду выход. Я выйду, я выйду, я выйду, я выйду, я выйду. Я около цели, я уже у цели. Ух ты, черт. Ай-яй, ай-яй. Вы просто понимаете, да, что сейчас происходит? Это побег. Побег на всех ногах. А у меня, по сути, что осталось? А, подождите, так вещи сразу все? Ну-ка, а ну-ка, я попробую. Так. Вы сейчас не можете выпить еще одну. Типа есть ограничение по зельям, да? Не поймаешь, не поймаешь. Так, ладно, а что еще тогда мы можем сделать? Ну, в принципе, я мог просто перезапуститься. Я вот думаю, за что меня арестовывают? Когда вы меня увидели, что я что-то сделал? Странно. Так, я помню, мы здесь пробегали. Давайте я посмотрю, что тут находится. То грибы все-таки. Кажется, просто грибы. А, с правой стороны это, оказывается, где под картой эффект. Ладно, они, короче, вообще не отстают. Поэтому тэпаемся, в дом не заходим. Если заходим, тогда платим штраф. Давайте я лучше в соседний тогда зайду. Слушайте, а давайте еще один вариант, это заплатить, посмотреть. Если же это сюжетная вещь, мне кажется, она так и есть. Стой! Да, заплатить золото. Жаль, у меня была надежда, что ты окажешь сопротивление при аресте. Хорошо, процедура такова. Идем в замок. Сначала мы обыскиваем тебя, конфискуем все украденное, затем ты платишь штраф, и мы отпускаем тебя. Серьезно? Серебряный клеймор у меня остался, ладно. Да уж. Это тоже херовый вариант. А из чего тогда, слышите? За чего мне тогда это арестовали? Несправедливо. А что, если подождать и зайти туда? Гоу, сделаем. Четвертый вариант. Ну, в час ночи отправимся, туда зайдем, посмотрим. F5. Да, там как-то херня происходит. Невнятная. Ну, как вы видите, я частично научился взламывать. Думаю, тебе лучше уйти. С
Согласен. Там, если что, у него в доме есть люк. Но здесь все равно управление не очень. Тут что у нас? Понятненько. Воровы нищих людей. Ха, я могу тут еще и поспать на этой кровати. А заметьте, что это считается не воровством. Странно. Ты хочешь, ну выйди из комнаты. Короче, я понял то, что он меня преследует. Он идет за мной, он просто преследует меня. Поэтому мы валим с этого города. Я тэпаюсь к себе домой. Влажу все, что есть. Если он захочет, пускай тогда меня арестовывают. А пока что как-то так. Слушайте, я думаю, давайте, наверное, я пока что закончу. В следующей серии я продолжу, но как я их просто объединю в одну большую, да и все. Типа я еще вторую часть у города не воровал. И еще, конечно, воруем. Поэтому как-то так. Короче, если вы не забыли, конечно, вы не забыли, потому что я, скорее всего, склеил эти две серии. А у меня уже прошло 3 дня с той первой части. Так, мне, походу, нужно сгонять сейчас будет себе дом. Да, это на холме, где мы сейчас живем. Выложить все сворованные вещи и, в принципе, сюда вернуться. Чтобы меня арестовали, и перед этим у нас не было что забрать, да? Да. Поэтому, в принципе, я могу вам продолжить, когда мы уже, так сказать, выложим все, что нам не нужно. Так, окей, окей, я все снял, оставил все, что мне не нужно. То есть, все, ну ладно, ключи позабирает, пускай. На ключи мне плевать. Так, если не ошибаюсь, мы остановились на вот этих стареньких домиках, да? То есть сейчас мне... Ай, блин, я же в приседе, ну еще так медленно. Сейчас мне, по сути, нужно первый деревянный домик. Это вот этот. Стой, они тут все деревянные. Так, что-то пошло не по плану, да? А, нет, все правильно. Так, и вот здесь меня тогда приняли, так сказать. Я заплачу штраф. А, все уже? Стой! Стою. F5. Издевательство над трупом... Так, издевательство над трупом... Брадона, преступление. Это может привлечь внимание властей. Я прошу прощения, но не сейчас. Ты что, убила? А ладно, до свидания, ребята. Встретимся в следующий раз. Я бах, все-таки бах. Что, блядь? О, начинается стоп. Это начинается. Это когда у меня начинает уже жопа пригорать. Ай, блин, мне бесит эти сундуки такие. Ладно, я просто взломал, чтобы было. А чем мы... Нахера не убивали? У-у-у. Чарующий взгляд. Объявление. Покупаете, продаете, какая разница? Мы в
на Вароме. Делаем и то, и другое. Главное заключить сделку. Я расскажу вам историю о воре на земле Хармрастей. Так, теперь выбраться так, чтобы мне не украли то, что я сейчас только что забрал. Пожалуйста, оставь меня. Пожалуйста, оставь меня. Ладно. Ну, видите, она все, все, бах, ха, ха. Ха, я тогда свалил. Ха-ха, что, у меня нету, да, ничего украденного. Ха-ха. Ладно, поехали тогда в следующий дом. Это у нас дом из Тюрса Бруси. Ну, блин, это нищие уже поселения. Хотя фиг знает, что у них тут происходит. И лучше этим всем заниматься... Привет. Привет. Заниматься ночью. Поэтому, ребята, я жду и захожу и ворую. Короче, не вышло у меня обокрасть этот дом, потому что там челик этот не хочет спать. А вот это мы сейчас украдем все, что здесь в этом домике. А он как раз еще и открыт. Так, ваше предложение смехотворно. Мои товары стоят по крайней мере в два раза больше. Вы мой давний клиент и у вас хорошая репутация. И поэтому я предлагаю вам скидку. 15%, не более. А мы уже такое где-то видели, да? Так, короче, там ничего ценного не было, поэтому мы идем в соседний домик. Деревянная дверь, дом Арноры. Опа, ребят, тут есть, короче, замочек, который нельзя взломать. О, что у тебя на шее? Серебряный короткий меч. F5. Карманник! О, нет, 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 это не я. Ты что это такое? Да тише ты. Так. Серьезно? Ну, скорее всего, она по сюжету есть. Давайте я сохранюсь, встану и поговорю с ней. Ты разве не видишь, что я в расстроенных чувствах? Брума. Я ничего не могу с собой поделать. Я так завидую удачливым людям. Вот Олаф, например, и его кружка и ложка. Он чудесный, а какой богатый. Джурунш. Наши дела тебя не касаются. Я не знаю, кто ты. Почему это ты думаешь, что я буду разговаривать с тобой о моем бывшем любовнике? Слушай. Говорят, что Арентус Фалфиус может вызывать различных существ. Найти его можно в часовне. Ладно. С катертью дорога. Спокойной ночи. Вы понимаете прикол? То есть я... Скорее бы уже сразу говорит, мошенник, Подождите. А мне гильдию магов, да, надо? Нормально, сейчас мы здесь круг еще сделаем. Зайдем внутрь сюда. Еще на эту сторону нужно исследовать нам. Это нормально. Так, следующий у нас идет дом Регнера. Следующий на очереди у нас дом Хелвиуса Сиси. Следующий у нас дом Джигасты. Поехали. Может, тут что найдется интересного? Вообще ни хера интересного. Ладно. Дом Броча Калиса. Так, ладно, остается один домик у нас, и потом идет большое у нас помещение. Поэтому это у нас дверь, кружка и ложка. О, Олива, это ж этот, Барик. Поехали. Что сделаю для тебя сегодня? А ты у нас кто? Ладно, Брума. Графиня родом из Небенейской долины, как и большинство членов гильдии и священников. Но все остальные здесь норды. Да ты это увидишь. Хорошо, постель. У меня есть комната, и очень дешево. Нет, спасибо. Слушаем. Мы все говорим об убийстве императора. У нас нет императора и нет наследника. Так,
А это было все. Ладно, тогда это... Доброго тебе пути. Не так уж интересно, ладно. Как поживает? У нас, ребята, остается только центральное помещение. По идее, это собор короля. Дождь идет, заебумба. Поэтому... Часовня. Это часовня. В часовне, я думаю, что-то будет очень интересное. Давайте сразу так посмотрим сначала. Алтари всякие. Алтарь 9. Раскати со всем преступлением, грешник. Окей, F5. Преступник, ты испытываешь терпение Джулианоса. Не ищи благословения дракона, грешник. Преступление развращает твое тело и дух. Ясно. Они заставляют меня это все взламывать и идти к ним сюда. F5. Чё это за херня? Вот это что-то новенькое. Эктоплазма. Нифига. Так, это по идее то же самое, да? Конечно. Типа страшно. Надеюсь, они только пуляют. Да, они только пуляют все, все. F5. Да, он только пуляет и все. Блин, но все равно хп не жрает нормально. Чувствуется, это я какой-то квест, да, выполнил? Ладно, гробы эти открываются. Ни хера не открывается. Факел у меня на какой? На пятерочку. Ладно. Факел убран. Неужто тут действительно больше уже ничего нету? Атлетика повышена. F5. Вау. А ты кто? Да.
Как ты сюда зашла, блядь? Девять божеств приветствуют тебя в Бруме. Я Иза Раман, жрица Талоса. Атака на часовую Анвила. С каждым днем становится все хуже. Священники убиты на алтаре часовни. Что дальше? Довольно задание. Паломничество. Мы пытаемся приучить нордов ходить в часовню. Но норды Брумы предпочитают своих языческих богов и варварские обряды. Ясненько. Пророк. Он не похож на обычных, самопровозглашенных святых. Возможно, он говорит правду, и нападение на часовню Дибеллы — это только начало атаки на церковь. Хорошо. Прощай. Задание паломничества, да? Так, паломничество. Рассказывайте о таинственном пророке, который проведет же около оскверненной часовни Дибеллы в Анвиле. Необходимо выяснить, знает ли он, кто и почему атаковал часовню. Ясно. Все. Теперь мы здесь будем с вами лутать. Сейчас выходим через открытую дверь. Как? Он хотел сказать, как я сюда попал. Так, через вход, блядь. Сейчас он... Как ты сюда попал? Уходи. Привет. Слава Акатошу! Слава Девяти! Я, Арентус Фалвиус, примас Талоса, верховный жрец часовни Брумы. Угу, Брума. Я пришел сюда, чтобы поставить заблудших нордов на путь истинный. Они должны отказаться от своих языческих божеств и начать поклоняться Девяти. Окей. Хорошо, что ты хочешь совершенствоваться. Уже не хочу. И тебе всего наилучшего. Так, приятель, а теперь показываешь... Тебе лучше уйти, друг мой. Я Сиррак, целитель часовни Брумы. А так на часовую Анвилу. Это ужасно. Но я чувствую, что худшее еще впереди. Возможно, я пойду в Анвил, чтобы услышать проповедь этого пророка, пока не стало слишком поздно. Брума... Эта часовня нажила здесь себе много врагов. Норды предпочитают своего дракона Исмира нашему отцу Акатошу. Хорошо, пророк. Церковь никак не может оправиться после нападения на часовню Дибеллы. Я не думаю, что у кого-то есть время изучить слова пророка. Мой всем совет — идти, выслушать и решить самим. Понять. А ты что можешь мне сделать? Так, посмотрим, можно ли тебя чему-нибудь научить. Ух ты ж, ё-моё. Ну ладно. Удачного тебе дня. А вы не против, я тут посмотрю. Адабалла. Я немножко посмотрю и уйду. Так, божественный культов, там Риэлла. Это последнее предупреждение. Убирайся, все. Или я позову стражу и тебя арестуют. Все, все. Дайте пройти. Все, я ухожу. Я, значит, им тут очистил подвал от монстров. Не-не-не-не. Не то было, говорят мне. Ладно. Она погнали наверх. Так, стой, карта. Тогда погнали сюда по лестничке, посмотрим, что здесь. Потому что больше у меня вариков никаких нету. Сколько тут домиков? Ну, оно здесь небольшое, здесь два дома получается. Один. Два. Три. Ну, ладно, три. Опа, и тут что-то есть в центре. А, ну это, скорее всего, уже выход у нас. Хотя фиг его знает. Слушайте, а ну-ка. Город Джерол, да. Так, это на выход.
очистил им церковь, блядь, и начинают. Северные ветра. Ну что, давайте ждать ночи, тогда и залетаем туда. Ну а неужто новая записка? Сядьте у стены, поместите голову между коленями, глубоко дышите, прочитайте 7 словословий в честь Акатоша. Проглотите настойку, вскоре после этого похмелье пройдет. Окей. Эх, все меня прогоняют. Она тоже, короче, проснулась по какой-то хера и выгнала меня. Ладно, следующий у нас... Новорома. Посмотрим, что здесь, может, найдем. А, нет, мы записку нашли, точно. Да, в том точно было все пусто. Так, и у нас остается последний, это радушие Джерело. В Бруму. Хафит пустая нога. Я хозяин радушия Джерела. Постель, еда, все, что пожелаешь. Бруба. Лира Розентия собирает акавирские артефакты. Возможно, она задумала новый проект. Ее дом находится к западу от часовни. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Да нет. Не можешь. Еще увидимся. Ага. О. Давай, что здесь? Это же чертеж. F5. Записка. Сначала займись комнатами наверху. Обрати особое внимание на пол и стены. Когда вычистите уборную, разбросайте листья мяты, чтобы заглушить запах. Только после этого начинайте менять белье. Не забудьте поставить на стол вазу с цветами. Вот это вот что-то новенькое. Я не знаю. Так, что у нас по ящикам? Ну, давайте, это все равно последнее здание. Вместе с вами. Посмотрим, что-то как. О, тихо. Ценный груз. Да, фрезы есть какие-то, придется все-таки вырубать. Но вы видите, просадки. Готово. Так, империя. Жизнь Ауриэль. Забираем. Капусточка. Там мука, кексики. Сырок. Похоже, он меня еще не заметил, да? Нифига себе. F5. В буфете ничего. Записка. Так, смешайте муку, дрожжи и ягоды бузины. Влейте в смесь 2 сырных яйца, влейте молоко и помешайте, пока смесь не загустеет. Добавьте любые фрукты, порезанные на кусочки. Завитой добавить немного харады. Выпекайте, пока корочка не станет светло-коричневой. Подайте вместе с медом. Взять. Ничего себе. Так, могу ли я у тебя забрать что-то? Стража! Стража, тут карманник! Нет. А, то есть, когда я вышел, он меня все-таки заметил, да? Так, походу, получше. F5.
Бац. Так, нужно вернуть им тарелку. На улицу дождь, походу, пошел. Так, это ваше. F5. Так, ну, в принципе, везде все посмотрел, кроме вот этого, да? Так, улицы Брыма могут быть опасны. Мы предлагаем вам средства защиты от... Так, ну это было. Ну все тогда. Итого у нас все проверено, то, что я хотел. Что у нас по карте тогда? Так, это на выход, да? Где поиск своих корней? Мне попался побег корня. Карта. Вот. Да, это она. Да. Давайте сбегаем. Посмотрим, что мне скажут. Так, F5. Мне жалко, что именно точно не показывают, куда. Ну, понятно, что делать сюда. Дальше где-то здесь. О, девять божеств! Разве женщина не имеет права остаться одна? Покинь меня. Меня зовут Селена Арания. Я специалист гильдии магов. Брума. Мне иногда кажется, что нам не рады здесь. Норды не очень любят средиземцев. Гильдия магов. У Валанара странное чувство юмора. Но у него в рукаве припрятано несколько неплохих заклинаний. Если хочешь научиться вызывать меч, поговори с ним. Хорошо. Корень. Как там он называется? Какой-то корень. Ах, извини, не могу вспомнить. Боюсь, я не очень сильна в необычных растениях. Думаю, лучше тебе обратиться к Синдериону. Это фантастический алхимик из Кинграда. Он как раз специализируется на таких вещах. Окей. До свидания. Тогда я вас покидаю. Мы с вами все здесь облутали. Здесь уже ничего такого интересного нету, как вы видите. Ну, понятное дело, что здесь с каким-то временем, промежутком, оно все заново появляется, но... Так, итого, что у нас выходит? Карта мира. Ладно, по-другому. Пойти в Синграйда. Карта. Синграйд. Ну, в Синграйде мы тоже все облутаем. Но, кажется, уже в следующей серии. Поэтому давайте на этом заканчивать. Блин, нужно уже лутать обычные эти локации. Смотреть, может, что-то интересное, да и найдем. То же самое, как с призраками. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.